Ребята, всем привет! Вы на канале Виконство. Сегодня у нас очередной влог, выпуск. Сегодня я нахожусь возле Грин Плазы, ну и окрестности континента. На улице у нас уже осень, похолодало. Практически 2 часа дня, обед. Эту часть города я вам еще не показывал. Многие, когда учились, либо до сих пор работают, либо где-то учатся на данный момент, то большинство людей постоянно проходит эти все места. Поэтому я решил заснять для вас, чтобы вы хоть как-то повспоминали, как это было. Здесь у нас по левую сторону ЗАГС. С правой стороны у нас Золотой ключик. Ну и здесь раньше был банк. По правую сторону у нас там Грин Плаза, вот она виднеется. И мы, смотрите, какой раритет стоит. Вот это где качество. Не знаю, покрашена она по второму разу или нет, но машинка огонь. Кстати, курс у нас 64,66, 70,73 и 2,50, 2,67. Вот Золотой ключик. Первая линия, улица Артема. Здесь у нас парк. Ну и по этим местам очень многие проходят, когда идут в сторону двойки, либо единицы. Но в основном все на единицу туда выходят, через ЦУМ. Но мы пройдемся немножко по парку Сокол. Покажу я вам окрестности континента. Ну и центральный парк. Опять же, сейчас все на работе, у кого-то обед, кто-то работает, но все равно на солнышке люди выходят погреться. Сейчас еще, наверное, часика пол, и будет аншлаг. Студенты будут двигаться в сторону ямы и создавать очереди, особенно на 42, на 41. На лоховозах редко студенты ездят. Ну, есть такие, что ездят. Здесь у нас стихийный рынок. Он, кстати, раньше здесь был. Но вот эту часть и где на месте континента тоже все поубирали. Осталось только, ну, такие небольшие торговые точки. Ну и по правую сторону там можно будет купить чебуреки. Ну и всякие безделушки. А то давно не было влогов, решил записать. В принципе, эти места всегда хочется смотреть. Даже иногда сам бываешь, пересматриваешь ролики. Думаешь, блин, как все-таки меняется что-то. Ну вот вам центр города от первого лица. Осень, 2019 год. Жизнь идет, как ни крути. Континент у нас по левую сторону. Также там, если проходить, ну сейчас я вам покажу, тоже есть рынок. Здесь остановка трамвая. Вот он как раз идет, тройка. Это в сторону Ленинского района, туда, на Бассе. Ну и здесь также небольшой рыночек. Шестьдесят пять, 50, дыни какие, кабачки по 20. Ну, в принципе, цены уже приелись всем. Тут наливайки, чебуречные. Ну, в принципе, как и в любом городе. Не знаю, мне этот район напоминает район железнодорожного вокзала. Вот эти все торговые точки, они как-то вместе стоят. И тут в основном вот такое, закуски, выпивалки, вода, напитки.
Вот это, кстати, достопримечательность. С утра до вечера галдит она, батарейки, пополнение счета. Вы ж просите меня, снимайте побольше влогов. Ну, будет вам влог. Так, ну вот мы и пришли на остановку. В принципе, на этом все. Показал я вам немножко города Донецка с этой стороны. Кому понравилось это видео, вы знаете, что делать. С вами на канале был Виконста. Пока-пока.